Восход. Лебедев. Ты какая, 17-я пара? По синему углу. 17-я пара. Шаг назад. Рожапов, Устина. Продолжение следует...
нету. Нога в конце. Вот так, чаще. Не уходи далеко. Сразу накатывай, накатывай, стоишь. Накатывай, накатывай на него. Не надо стоять. Вы видишь, что ты творишь? Что стоять не надо. Ходить не надо. А не стоять под ноги. Третий раунд, да? Он дерется, ты дерешься. Четче. Единогласным решением судьи победу одержал Евгений Лебедев. Клуб «Восход». Для награждения за третье место приглашается Иван Юров. Ваня! А за третье место награждается Ваня Юров, детская и юношеская спортивная школа города Кронштадта. За второе место в весовой категории награждается Шахназар Аражапов, клуб «Стена». Награждается победитель Евгений Лебедев, клуб «Восход». Смена рефери Елена Потякова.